зале дети. Дети, зажмите уши. Ой. Ой. Меня радует проснуться утром у бабушки, а на столе уже блинчик или оладушки, большая кружка молока или стопочка водочки. Хотя водочку лучше селедочкой порезанной, вот так вот кусочками. Лучок там маринованный или с грибочками. А грибочки лучше со сметанкой, определенно со сметанкой лучше всего грусточки. Или вот так вот блинчик макаешь у корочки, откусываешь после прокинутой рюмочки водочки. Да, кстати, водочка должна быть охлажденной, она не должна течь, она должна тянуться. Наливаешь ее в рюмочку, а на стенке конденсат. Вот это будет вкусно, вот это факт. Но это не самое главное правило. Главное не пить одному, это неправильно. Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Лучше пить с друзьями и лучше на природе. Собраться все кучи подальше от города. Собраться всем просто подточить мясо на природе. Лучше пить пиво и заедать мясом. Только не надо добавлять майонез или уксус. Это только лишь испортит весь вкус. Не надо слушать там всяких пидорасов. Соль, лук, перец, а главное это свежее мясо. Зеленый лучок, порезанные помидорчики. Куски мяса на решеточке. Капельки жира падают, шипят на углях. И такой стоит запах. Ой, блядь, просто ахуй. А кружка уже налито охлажденное пиво. Пенка лезет через край, все так красиво. Горячее мясо с пивом очень питательно. А когда с друзьями вообще замечательно. Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Отдельная тема, отдых на рыбалке. С друзьями, конечно, с катушками, с палками. Палатка для ночевки на берегу реки. Костерок горит, вокруг сидят рыбаки. Сковородочка с маслицем да на углях. И рыбка обваленная в сухарях. Я, конечно, не знаю, как у вас там готовят дома. Но на рыбалке это лучше все делает бармен. Рыбные филейки с хрустящей корочкой. Идеальный закусан под самогоночку. Я вам не гоню, не навожу копоти. Отвечаю проверено на личном опыте. Опрокидываешь кружку, заедаешь рыбки, ведь твое ебало озаряется в улыбке. Потому что это деньгами не измерить, это чистая правда. И это меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Пошел нахуй! Меня радует, когда есть что выпить. Меня радует, когда есть с кем выпить. Меня радует всякий вкусный запах, если тебя это не радует. Если тебя это не радует. Если тебя это не радует, пошел на. Спасибо. Вы молодцы, честно.